Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня краткий обзор трактора Янмар FX20. Заднеприводный трактор, достаточно мощный, с фрезой в комплекте. Шину к нам из Японии, вот собственно снимаем. По передним шинам видно, что износ небольшой, но есть небольшие трещинки. Как мы знаем, хранение на солнце. Задние шины в идеальнейшем состоянии. Никаких нареканий к ним, вообще вопросов нет. Все чистенько, все ровненько и даже трещин мелких не видно. По навесному устройству трехточка. К сожалению, гидрорегулировки нет, но тем не менее состояние видно. Кардан отцепили при транспортировке, обязательно все это, естественно, на место поставим. Состояние ножей на фрезе. Фреза, напомню, в комплекте. Состояние ножей достаточно хорошее. Недавно их, видимо, меняли в Японии. Задняя левая шина. Также без нареканий абсолютно. Износ минимален. Ни трещинок, ничего такого даже рядом нет. Передняя левая шина. Износ также небольшой, но присутствуют трещинки из-за хранения на солнце. По месту водителя. Коробка переключения передач справа под рукой водителя, очень удобно, сделана под автомобильную. Здесь у нас регулировка положения фрезы под правой рукой. Под правой ногой блокировка заднего моста. Под левой рукой водителя ручник, ручной тормоз. Вал отбора мощности и пониженные повышенные передачи. Такой вот тракторок. Наработка у него 970 9 моточасов, поэтому состояние достаточно хорошее. Понятно, что краска везде родная. И вот так вот, приезжайте, будем рады вам его показать, все продемонстрировать, и наверняка он вам понравится. Всего доброго, Прогресс Авто.